Трубопроводный батальон, он предназначен для подачи светлых видов нефтепродуктов от складов баз горючего нефтепродуктопроводов до полевых складов и полевых баз горючего. Трубопроводный батальон также в исключительных случаях может применяться для подачи технической воды в случае чрезвычайных происшествий, техногенных катастроф. Да, военнослужащие приходят к нам, большинство из них, даже можно сказать все, они не видели никогда этот трубопровод, и поэтому мы их начинаем учить уже с самых азов, и к концу года они становятся настоящими профессионалами своего дела, и многие из них также остаются после службы на контракт, а остальные, у остальных есть возможность устроиться на нефтеперерабатывающих предприятиях.